Всем привет, друзья, подписчики и кто просто просматривает мой канал. Всем привет, друзья. Ну что, данное видео у нас сегодня будет о личном турнире. Давайте посмотрим, что у нас тут за подарки. Так, ну что, зайдем в магазин. Так, установим где-то с этой стороны. У нас уже этот похожий турнир был. Домик я помню. Логово Феникса. Так, ну что, давайте посмотрим, что у нас тут за подарки. Так, ладно, не буду открывать я пока бесплатно. Почитаем, посмотрим, что это у нас такое. Реликт, шляпа морского наездника. Плюс 5 к еде добываем на арене. Но это, друзья, не знаю. Не, он не особо. Вот эти заклинания очень хорошие, друзья. Шикарные. Так что можем накапливать. Так, это мы будем собирать. Здесь у нас все понятно. Здесь у нас войны. Акулий страх. Друзья, эти войны у нас уже были. Но они очень хорошие. Смотрите, сколько у них по защитке 900. И на атаку 185. Ну так. Про плюс шанс плюс 10. Сразу говорю, друзья, что открывайте его после 21 уровня. Или после 20. Тогда будет шанс выпадения его. Ну а по поводу подарков, я не знаю, если разработчики нам все исправили, тогда есть вероятность открыть что-нибудь. Ну давайте мы здесь бесплатно, или сейчас давайте посмотрим сначала, откроем, посмотрим. Так, реликт, грация, плюс 5 к магическому песку, добываемому на арене. Ну, про песок, конечно, это очень хорошо, но 5%, почему же все-таки не вернут на 10% хотя бы? Так, это у нас... Да, это все, друзья, все было у нас. Водный элементаль какой-то. Ну, у него по здоровью, конечно, неплохо. 1100 и 820 на атаку, то да. Будут грабить. Все выкладываете замки в забор, чтобы не атаковали сильно. Плюс 10 входящим урону и исцеление воинов в пустыне. На пустыне, да, было бы, конечно, хорошо. К исходящему урону исцеление воинов. Да. Так, боевая черепаха была очень тоже хороший зверь такой. Так, лиц пруд. Минус 5 потерь твоего золота при ограблении. Ну, на песок и на золото здесь, конечно, очень даже хорошо, но все-таки 5% очень мало. Так, это у нас идет, друзья, декор, русалка. Плюс 5 здоровью хранилищ. Ну чё, тоже нормально, плюс 5% пойдет. Так, это у нас что? Реликт штурман, плюс 10 здоровья воинов порядка. Порядка, это у нас идут орлы, да, и рыцари, как раз чем я и атакую. Ну, на рыцаре было бы, конечно, прикольно. Плюс 10 здоровья. Ну, здесь хотя бы уже есть плюс 10, но никак плюс 5. Так, ну и все, и больше тут ничего нету. Ну, так себе сказать, призы не ахти, но сражаться все равно можно будет. По поводу открытия даже неизвестно. Давайте откроем разок бесплатно так. Посмотрим, я тут все равно не играю. Ну, понятно, заклы и воины. Так, ну что, друзья, давайте посмотрим тогда, что у нас в турнире. Так. Начнем, наверное, снизу. Давайте вот это посмотрим. Это у нас идет декор цунами. Минус 10 урона воинам по хранилищам. Ну, это как всегда. Так, ну что, 6 и 25 место. Сейчас давайте посмотрим. Декор. Хребет. Плюс 10 к атаке защитных сооружений по воинам пустыни. Ну, в 25-ку, конечно, было бы прикольно попасть. Ну а на первом месте у нас идет декор медуза, плюс 10 к атаке защитных сооружений по воинам порядка. Ну, конечно, не знаю, здесь в основном донаты на первое место попадает. Мы не стремимся туда, но было бы, конечно, прикольно разработать новую схему и зайти. По поводу схемы, друзья, я даже не знаю, как играть в этот раз. Я экспериментирую. В прошлый раз я вообще ничего не взял. Нет, я, наверное, экспериментировать больше, друзья, не буду. Буду играть по старым своим заходам.
Ну, а там видно будет. Если кому интересно, может быть, я сниму полный обзор, как я дохожу до сетки. Ну, а вы не знаете, друзья. Смотрите, у нас 17 дней здесь. Разработчики уменьшили немножечко, но 17 дней. Уже надо было оставлять 20. 17 дней тоже ни туда, ни сюда. Ну, не знаю, попробуйте заходить по старым схемам, может быть получится. А подарок открывайте лучше. И старайтесь не открывать подарки бесплатные. Подождите, когда вы уже будете в сетке, откроете и спокойненько будете набирать все. А если вы начнете сейчас открывать, как я это сделал, вы потом будет очень мало выпадений у вас. Лучше подождать. Подождите пару дней, потом играйте. А если с самого начала, это однозначно вы попадете к донатам каким-нибудь. Ну а так даже не знаю. Так, ну а давайте посмотрим, что у нас тут на арене. У меня тут есть какие-то войны. Так, давайте найдем какой-нибудь городишко, посмотрим, что нам тут предлагают. Так, это 19-й. Хотя можно было вынести и 19-й. Вот давайте вот этого бота вынесем. Так, чисто драконами. Без никаких заклинаний. Так, вот так запустим. Так, ну что, можно будет запустить какого-нибудь геройчика тут. Давайте крылатую. Так, сколько получается? Нам нужно ровно 80, да? Ничего там разработчики не изменили. Сейчас проверим. На 80%. Драконы на этом городе слабые. Вот у меня там на основе, конечно, получше. Друзья, и по поводу того, что я иногда выкладываю в видео вместе с музыкой. Ну, бывает иногда, когда времени особо нету, пообсуждать что-то, какую-то тему. Буду иногда выкладывать так. Да и я и не видел смысла в тех видеороликах что-нибудь озвучивать. Так, ну что, 64. Что так долго? 65%. Так. Что бы запустить сюда еще, чтобы побыстрее было. Ну, давайте запустим так. Так, 70. 71, 72. Что-то драконы какие-то медлительные. Так, 75. 78. Так, ну и последний удар. 80, 81%. Как раз нормально будет. Так, и того. Да, 90. Так и осталось все. Даже получил осколок какой-то. Так что все нормально. Также по 80%. Очень удобно разработчики сделали по поводу 80%. Потому что на высоких уровнях, то есть на 19 замках, пробивать на 100% это очень долго и мучительно. А вот когда попадаете вы, у вас 19 замок, и вы попадаете каким-то мелким, 76 уровень, то это вообще несправедливо, потому что 76 уровни могут хорошо разбивать теми же мелкими воинами. Может быть, рыцарями или чем-нибудь другими. Ну, а так, в принципе, нормально. Так, ну что, друзья, по поводу, я говорю, что играть в этот раз, но можете по старой схеме, то есть пропустите там 4 дня. Да, но здесь еще единственная проблема, друзья. Сейчас давайте мы посмотрим. Турнир. Обратите внимание, что начало через 3 дня 23 часа. Я вообще не знаю, какую, по какой схеме играть в этот раз. 4 дня. Ну, посмотрим. Обязательно напишите в комментарии, по какой схеме вы будете играть. Или будете вообще. Многие сейчас говорят, что они вообще будут с самого начала играть. Ну, 3 дня через... Я даже не знаю. Ну, попробуйте по старым, пропустите там, не знаю,
2 дня, потом по одному уровню до 5. И так может быть получится, и ждите сетку. Либо просто пропустите 2 дня и потом играйте. Ну, приблизительно так, потому что я даже ничего не могу сказать вам. Очень мало времени, нужно каждому времени перестраиваться. Ну, посмотрим. Ну что, друзья, обязательно напишите в комментарии, как вы будете играть. Если что, я запишу видео по этому турниру в дальнейшем. Ну что, друзья, все, кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока, друзья.